Павлодарская область входит в топ-3 среди регионов Казахстана по онкологическим заболеваниям. Только с начала этого года рак диагностировали у 76 человек. Все онкобольные могут получить бесплатную психологическую помощь. Елена Акиншина узнала, что у нее рак 2 года назад. Обследование показало, что болезнь в организме девушки прогрессирует уже 7 лет. Год лечения, год тяжелого лечения, конечно. В начале пути было тяжело, потому что не знаешь, что и как, куда обращаться. И вообще морально очень было тяжело. Всего в Павлодарской области на учете в онкодиспансере состоят 12 142 человека. Для поддержки этих людей открыли общественный фонд «Милек». Там каждому нуждающемуся больному раку оказывают бесплатную психологическую помощь. Где-то 4 сессии на одного человека идут и оказывали такую любую, не только психологическую, мы давали и информационную поддержку, то есть по инвалидности, всякие проблемы со здравоохранением, с онкодиспансером. Я узнала про фонд «Милек», я туда обратилась, сходила, побеседовала с психологом. Кто в начале пути, им очень это важно, потому что растерянность. Фонд поддержки «Милек» за психологической помощью и информационной консультацией уже обратились около 100 жителей Прииртышья. Теперь в планах у организации трудоустроить безработных пациентов. Раиса Моргунова, Яулым Рахимжанова, Аман Баймбет, Ертыс Акпарат.